мы могли бы надеяться на разлад и раскол в рядах Европы, если бы мы победили? Ну, само собой. Месяц назад российские войска достигли фактически пределов своего продвижения, после этого побившись лбом там об отдельные объекты, в целом остались на тех позициях, которые были достигнуты в последних числах февраля. Российские войска понесли серьезные потери. Российские войска не могут взять Киев, не могут взять Харьков, не могут взять Николаев. Российские войска несколько недель штурмуют Мариуполь и никак не могут его до конца взять. С трудом вымучили Волноваху, побились лбом об Авдеевку, взяли кусок Маринки, залив ее кровью. Продвинулись там, продвинулись тут, маленькие какие-то пункты, местные на самом деле. Европа на все это смотрит. Где же та прославленная военная мощь России? Где же та вторая армия мира? Где ее мощь?